Подобранная на улице особенная собака по кличке Клео уже не первый год жила в одном из приютов Техаса, США. Ее пару раз забирали в дома, но, к сожалению, возвращали обратно. Из-за особенностей и отказов приют поставил эту собачку в очередь на эвтаназию. Однако, в жизни этой собачки вовремя появился лучик света. Ее фотографии заметила владелица приюта A Place for Us по имени Меган. Женщина сразу поняла, что Клео особенная, и узнав, что она в очереди на усыпление, она не смогла сдержать эмоций. Меган в этот же день села в машину и поехала в тот приют, чтобы забрать Клео, и у нее получилось. Она сама взяла собачку на передержку и решила показать ей, что такое настоящая любовь. Клео оказалась удивительной собакой. Несмотря на все, через что ей пришлось пройти, Клео была полна любви. Она очень любопытная, общительная и игривая девочка. Она всегда хочет знать, кто чем занимается и что происходит вокруг, и ее особенности никак ей не мешают. Из-за неправильного прикуса и деформации мордочки у Клео есть небольшие проблемы с дыханием, особенно когда она набегается во время игры. Но даже это не останавливает ее от исследований и бесконечного любопытства. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтобы не пропустить интересную историю.